128 тойхана в области простаивают в связи с эпидситуацией. В рамках программы экономического развития области совместно с бизнесом ведется работа по их перепрофилированию. На сегодня уже 15 ресторанов переориентировали деятельность. Одни поменяли статус на столовую, другие превратились в торговые дома, третьи открыли производство. Так, в Аральском районе рестораны «Акниет», «Алмаз» стали торговыми домами, «Хан Шатыр» – столовой. В Кармакше ресторан «Мирас», «Алтынгасыр» теперь специализируется на продаже стройматериалов и одежды. В ресторане «Малике Ана» открыли кондитерскую и детскую игровую площадку. Ресторан «Айкын» теперь занимается птицеводством. Меняют профиль деятельности также рестораны «Кызыларды», «Казалинского» и «Сырдаринского» районов. В Кызыларде совместно с ТО «Далатекс» в ресторане «Орда» будет запущено автоматизированное производство лаваша. Денежные средства в размере около 30 миллионов тенге направлены на закуп оборудования. Кроме того, в ресторане «Алтау» будет запущено производство соков и напитков. Проект будет реализован совместно с СПК «Байконур». Стоимость около 50-60 миллионов тенге.